Всем привет! Продолжаем знакомиться с творчеством, с художниками. Хочу показать вам выставку Юрия Татьянина. Работы Юрия Татьянина входят в постоянную экспозицию «Рарта». Это уже вот как бы вторая персональная выставка художника в музее. Вообще он провел более 17 выставок по стране. Подписывает свои творения своими инициалами «Тюн». Живет в Липецке, где родился в 1963 году. По окончании 8 класса пошел учиться в машиностроительный техникум. Искал себе творческое занятие. Ну и после техникума стал работать в театре машинистом сцены, а не на заводе. Много читал, страсть к книгам не проходила, торговал книгами, занимался книжным бизнесом. Знакомился в это время с местными художниками. Даже немножко начал коллекционировать картины. Но вообще вот такие работы, посмотрите, очень интересно, веселые. Мне очень понравилась эта выставка. Творчеству художника свойственна ирония, которая подвергает сомнению все современные общественные установки и художественные конвенции. Ну, так написано в аннотации. Красивая выставка, интересно, мне понравилось. Но очень веселенькие работы. Я получил удовольствие, так весело. Позитивно, мне кажется. Вот. Все, всем пока. Да, кстати, вот хотел сказать, что в интернете нашел его одну из работ, которая называется «Поцелуй». Так вот, ее продают за 76 тысяч рублей. Поэтому надо, наверное, дерзать и творить. Все, всем пока, всем привет, до свидания, приходите к нам в